Чего нет в твоем пуке? Где плечо? Вы любите розы? А я на них срал. Ха-ха-ха-ха-ха! Цветок ненавидит уже тебя, понял? Как переводится украинское слово? Я даже не могу это произнести. Так-так-так. Привет! Витек здесь, и это колесище. С дедищем, чатищем, цветищем и, конечно же, ребята, та самая незабываемая фальшивая десяточка. Да. Продолжаем наше прохождение. Ох, пойду посмотрю на бочара, вдруг реально что-то сделал. Но что-то как-то в последнее время, видать, на даче сидит, картошку копает. Не делает ничего. Ну не делает и все. Ну-ка. О, сделал, смотри. Some questions, 2 рус. Он сделал еще вопросы 2. 9 вопросов. Рус only. Погнали. Цветок одобряет. Лайки выпрашивает. Лайки, 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 лайки. Some questions 2. Русские. Отблат бочара. А что сзади? А что сзади? А сзади туалет. Оу, щит. Черт. Опять какуля. Так. Как она лежит в воздухе, скажи мне. Уже 5 баллов заработал. Рестарт. Ты можешь использовать Google или Яндекс Алису, если хочешь. Кстати, Яндекс Алисы давно не было. Чего нет в твоем пуке? Кислорода, угарного газа. Угарный газ, это когда ты ржешь. Азот и водород. Чего нет в моем пуке? Я бы выбрал кислорода. Нет, угарного газа. Потому что после пука не смешно. Та-да-да-та-та! Да, да, да. Да-да-да-да. Углекислый газ. А, ну углекислый газ это не... Угарный газ, ребят, это СО. А углекислый СО2. По-моему, где-то так было. Где плечо? Где плечо? Ну, 2, конечно же. Ну, некоторые плечо называют вот это вот место. Но это всего лишь сустав. А само плечо это вот... Это бицуха, где, ребята, у вас приклеено к вашей косточке. Там плечо. Прикинь, прикинь, я знаю. Номер 1 это плечевой сустав. Я точно то же самое вам только что сказал. Вы любите розы, а я на них срал. Ха-ха-ха-ха-ха! Цветок ненавидит уже тебя, понял? Он любит розы! Он любит розочки! Сергей Есенин, Горький Маяковский. Я думаю, это Маяковский. На такое только Маяковский был способен. Я узнаю его фирменный стиль. Я также помню это вот это... Жопа метр на метр в магазине стоит продовольственном. Эх, мне бы маяк с километр. Я бы доставил ей удовольствие. Чем было написано последнее стихотворение Есенина? Ой, боже мой, а я уже не помню, там какая-то история страшная была. Но я сейчас просто не вспомню. Кто помнит, ребят, чем было написано? Ведь это гений пишут. Маяк, 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 да. Маяком написано, здесь нет такого варианта. Ножом, ножом. Ножом, да? Нет, не ножом. Кровью? Кровью. Ножом и кровью, видимо. 28 декабря 1925 года в гостинице «Англетер» Есенина нашли в своем номере, повесившемся на трубе парового отопления. Да, я помню, он где-то там повесился. Или его повесили. До сих пор история неизвестна. В чем сила, брат? В дружбе, как его, в уме, в ньютонах, конечно же. В чем сила? В ньютонах. Как называется музыка, которая играла в «Тетрисе»? Валенки? Нет? Погоди, а как это называется? Калинка? Нет? Коробейники?
Ну, окей, пусть будет «Коробейники». «Калинка» не является народной песней. А, «Калинка» не является народной песней? Погоди, но я песенку-то спел, а это было «Коробейники», да? Ну, видишь, у меня музыкальная память. Какой волк служит царевне в Лукоморье Пушкина? Серый? Мудрый? Добрый? Или бурый? Бурый волк. Бурый волк — это тот, на которого насрал медведь. Добрый? Нет. Серый? Нет. Мудрый? Нет. Бурый? О, обосранный! Господи, боже мой. Как звали злого колдуна из поэмы «Руслан и Людмила»? Челубей, Мутногор, Черномор, Магомед. Магомед. Надо еще было 3-5 вариант. Волан-де-Морт. Ну так же вообще поржать. Ну, Челубей это вроде бы не маг был. Магомед. Нет. Мутногор. Нет. Черномор. Ну ладно, Челубей, Челубей. Черномор. А-а-а, как так-то? Ну это было очень давно и неправда, ладно. Как переводится украинское слово «показать»? А, слово. Я даже не могу это произнести. На всякий пожарный, ребят. Это украинское слово, и оно не значит то, что вы подумали. Подпиши, подсчитай, разрисуй что-то матерное. Ну, вообще на что-то матерное похоже. Я думаю, это... Подсчитай. Подсчитай. Теперь можно ходить и ругаться. Ах ты, подсчитай. Ах ты, подсчитай. Приставка пит-пот. Да я знаю, что пит это пот, поэтому... Слово арахувати. Считать. Интересный факт. В украинском языке нет ни одного мата. Как вы же там живете-то? Как-то все заимствованные словами пользуйтесь. На самом деле в русском языке тоже не было ни одного мата, просто все заимствовали потом. В смысле, тогда подзаимствовали еще. Подсчитай, да, ах ты подсчитай. В общем, если ты лайк не поставишь под это видео, ты подсчитай, ты понял? Вот так вот. 5 баллов. Во! Вот это контент развлекательный пошел, да? И нормально, можно ругаться на людей, они даже не понимают. А ты самоутверждаешься над ними. Круто же, круто придумано. Погнали дальше. Автор Космал Плей хочет, чтобы я поиграл в уровень, который называется... Bottle Flip Fun. Enjoy! Фигась, там бутылка. Она тоже выпадет, ее можно будет кидать. Икнули? Поехали. Ох ты, посчитай! Ты по одной мне выдавать будешь? Ох ты! Ох ты! А ну-ка подсчитай! Подсчитай-ка! Подсчитай-ка, сколько бутылок я поставил! Чё творит, а? Чё творит, а? Оп-оп, в дырочку не получилось положить. Ай! О! Парочку наискосок подложил еще. Молодчина. Правильно. Сегодня я не король дырочек, видимо. Ой-ой-ой. Когда бутылки кончатся, интересно. Сколько их там? Забил ее просто туда. А там, видишь, занято. А, вот так вот, да? Свобода Юрию Деточкину! Все, бутылки кончились. Ну, в общем, ничего не изменилось после третьего удара, да? Даже хуже стало. Ну, окей, окей. Я просто вырежу все, что после третьего удара, и все скажу, типа, все окей. Impossible Challenge, смотри. Enjoy and good luck. Гаси, ты пишешь. Impossible.
не такой уж и impossible, скажем честно. Довольно-таки easyable. Па-па-рау. Окей, Космал, молодец, закосмил. Мохито. В простонародье M-O-K-X-U-T-O. Full version. Давай, Troll Death Adventure. Troll Death Adventure. Что-то непонятное. А что это такое? Какие-то кружочки страшные. Подсчитай. Слоу. Ага. Мины. Перепрыгнул. Так, 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 так. А, господи, зря сюда я упал, да? А, видимо, не зря. Давай налево. Здесь какое-то бревно с цепи сорвалось. А что справа? Страшно. Ёки, там мина была. Круто, я типа доехал, да? Так, а давай-ка еще разок попробуем. Так, так, так. Ага. Так, 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 так. Вот через тут перепрыгнем, смотри, сейчас. Хоп. Перепрыгнул. Жесть. Вот так вот я прыгаю. И смеюсь так же, как прыгаю. Яй, тут финиш все-таки, да? Ну, Максута. Максута. Как так-то? Надо было побольше сделать. Подсчитай. Ха-ха. Это как копай, только подсчитай. 100 рублей от достопочтимого автора. Колеса неинтересно смотреть. Витя, дизлайк игре и привет, чат. Досрали мы на твоем... Ой, извини. Ваше мнение очень важно для нас, мы обязательно его учтем в следующий раз. Русланит 1. Трол Пога Джам Киш Квиз ВП. Трол Пога Джам... А, Киш Квиз. Трол Пога Джам, поехали. Это много уровней сразу, прикинь. Секретка. Хоп-хоп-хоп. Секретку сразу ныряй. Мне аж страшно. Я почему в хоррор-то не играю, потому что я срусь с них, как я не знаю кто. Зачем ты такую секретку мне впендюрил? Давай. Простите меня, пожалуйста. Мне тоже больно. Прошел зато. Ого. Тварь. А если я нажму нет? Кнопка нет не работает. Действительно Трол Пога Джамп. Три раза меня обосрал. В смысле напугал так, что... До коликов. Так, значит, так, ну здесь надо нажать на стенку. Да, и она пропадет. Стоять. Там какие-то мины летают. Здесь на что нажать надо? Так, стенка не пролетается. Скримеры! Клик. Кликнул. И чё? А, он стал прозрачным. Что теперь? Куда кликнуть? Капец, мне стрёмно. Смотрите, какая-то беленькая штучка есть. Там потолок. No! Здрасте. А можно пройти? Нужна помощь, нажми на help. Хелп. Хелп. Сейчас что-то прилетит в меня, я чувствую.
Елп. 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 А! Все. А, все, есть проход. Слушай, это прикольный пога-джамп файт, или как он там называется. Мне очень нравится. Пошалка, down here. Пошалка! Ну вы поняли. Ну мы поняли. Отлично, крутой уровень. Я орнул 4 раза. Давно я такого не делал, чтобы 4 раза подряд орал. Киш-квиз. Вопросы про киша. Ну-ка. Король и шут. Да-да-да, это же альбом, как его? Как альбом-то назывался? Так и назывался Король и шут, я не помню. Всем привет, чат. Сегодня вы будете помогать Вите, ведь это тест на знание группы Король и шут. Е-е-е-е. Как звали солиста группы? Алексей Князев, Михаил Щеголев, Михаил Горшенев. Горшок. Горшок, горшок. Горшок, конечно же. На какую песню группы The Beatles сделали кавер Король и Шут? Я не знаю, но я бы взял Yellow Submarine, потому что она быстрая. Ну, Король и Шут — это не про медляки все-таки. На какую песню группы Кино сделали кавер Король и Шут? Группа Крови в наших глазах, следи за собой. О, ребят, я не в курсе. Следи за собой? Вот знатоки пошли. Как звали скрипачку группы? Ай, вот как скрипачку звали, не знаю. Я помню, как она выглядит. Как выглядела тогда, я помню. А как ее звали, я не знаю, честно. Мария, Мария, Мария. По-моему, Мария ее звали, кстати. А вот Зотова или Нефедова? Ой, народ, и 2, и 2, и 1. Ну, а Нефедова, пусть будет. Да, Нефедова. Сколько альбомов у группы? Да дохрена ли он? 11, наверное. А, так, я иду к тебе домой, тяни Yellow Submarine, кавер на Beatles. Я затяни. Ага, хрен там был. Я иду к тебе домой. Я даже, если честно, по названию песню-то не вспомню. Как называется последняя песня группы? Вот тут я точно пас. На краю, ну давай на краю. На краю, и правда. Как группа называлась с 88 по 1990 год? Ой, по-моему, Скотный двор. Но я не уверен. Контора. Контора пишет. Сколько всего песен у группы? Да ты издеваешься, ну что это за вопрос такой? Алиса, сколько всего песен у группы Король и Шут? Открываю поиск. Список песен. О! И всего 197. Высокотехнологичным путем пошел. 197. Алиса могла бы и сказать. В каком году группа распалась? Значит, в 2013 распалась, да? Раз в 2012 последний альбом. А может, распалась и в 2015, кто знает. Вин! Панки, хой, горшок живой. Ха. Отлично. Иностранцы понаставили минусов. Фух, что-то я... О, елки, я что-то играю, а тут еще Big Bottle Flip. Ну ладно, давай Big Bottle Flip. Ах, я... Бум. VTC Play. Капец, бутылка. Она встанет вообще когда-нибудь? Она... Ладно, она ушла погулять. Со всей дури мочканул туда. Зеленая пришла. Че они какие-то пружинистые у тебя круглые бутылки? Они нифига не делают. Давай еще одна. О-о-о! Нормал? Тяжело. Ну еще одна рядом не встанет, я так понимаю, да? Она пытается. Давай еще одну-то. Стаса выбил.
то больше, четвертая пошла. Опа! Нет! Что ты делаешь? Ахахах, прекрати, желтая бутылка сумасшедшая. Она еще и все сломала мне. Бога дырочек пробку сделала. Стой, бутылка! Сойдет! Куда ты? Стой! Нифига себе! Я просто боюсь, эта бутылка сейчас мне на голову упадет и разобьет ее. Танец маленьких утят. Нет, за что ты ее? Стоять! Поймал обратно. Да, Стас, это за что роняете? В развлекуху бутылок, ты посмотри, что творят. Они компанию себе нашли, подбили. Стоять обратно. Ишь, какая. Какая забава. Стой обратно. Жень, такие веселые будут. Стоять. Блин, одна ушла от нас. Ты куда? Еще одна ушла. Жесть, бутылки адовые. Прикольно. Мне понравилось. Слушай, ну надо быстренько уже идти в лучшее за неделю. Что тут есть? Трейн, пога, челлендж. Что? Джамп, он туз, локомотив, рука. Так. Запрыгни, говорит, на крышу локомотива. Оп-оп-оп-оп-оп. Бадрямс подписался доллар нами, теперь подписчик. Спасибо за спонсорку, я не понял, что сейчас произошло. Поехали! Фига себе, не меня раздрюкачило, а? Ну, в общем, я доехал до финиша, ничего не знаю. Несколько раз. Покиньте город. Вау. Что случилось? Господи! Нифига себе, тут все падает! Автобус падает! Вау! О, женщина, что с тобой? Копчиком ударился. Судя по всему. Вы когда-нибудь ударялись копчиком? Паровозик, тыр-тыр-тыр. Тыр-дыр-дыр-дыр. Дыр-д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 ыр. О, пушок, смотри, за челлендж 3. Ого, пушок. А ты не опушел тут? Хо-хо-хо! Нифига! Нифига себе! Ирпахахел лупта лупта супрема рапандель висис версус тиган. Такой рапандель. А, рапандель нападает на меня! Что происходит? Копье на рапанделе, давай! Оп, я увернулся. Давай рапанделю копье куда-нибудь вставь. За ногу хватай его и щекоти, щекоти до смерти, давай. А, щекотно, да, щекотно. Щекотно, говорю. Уходи отсюда. Я его спасаю, значит, а он мне... Опа. Победа над рапанделем. Кто такой рапандель-то, еще непонятно. Обзывательство какое-то, наверное, что-то типа... Этого... Подсчитая, да? Только на финском каком-то, судя по всему. Как вам моя догадка? Ну ладно. Смотри, у нас дедок на заднем фоне. Давай заканчивай. Давай заканчивай. Спасибо за внимание. Это были и были самые, что ни на есть, колеса. Те самые, с самыми крутыми уровнями. И не слушайте того самого автора, который прислал, что типа колеса неинтересная игра. Это очень интересная игра, потому что она каждый раз разная. Потому что она зависит не от игры самой, от того, в какой уровень играете. А играть можно в разные уровни. Ох, было круто, надеюсь, вам понравилось. Лайки подгружайте, цветок проверит, сделали вы это или нет.
Ну, а я прощаюсь. Ну, не забудьте там, конечно, поделиться с друзьями, комментарий оставить, как положено. Все, пока-пока.